Друзья, всем привет! У нас зима продолжается, и мы продолжаем наши болтовлоги. Сегодня такая темка интересная. Охота с вами ее обсудить, и кто что посоветует по данной ситуации. Ситуация касается относительно поиска на замусоренных местах с детектором. Ух ты, она горит. Елочка, у нас елочка горит. С детектором Deusam 2 на замусоренных местах. Ситуация реальной жизни, и, скажем так, я немножко встал в затруднительную ситуацию, как правильно повести себя в ней. Значит, смотрите, довольно приличная территория. Грунт насыпной, но насыпной уже не свежий какой-то, а насыпной уже много лет, много десятков лет. Вот. И грунт полностью замусоренный. То есть где-то порядка, наверное, несколько квадратных километров такого замусоренного грунта. В нем очень интересные находки попадаются. Шикарно в нем ходить. Но вопрос в чем? Как от него, от этого грунта правильно отстроиться? Проблема в том, что нету чистых окон, где можно откачать детектор и отстроиться от существующего грунта. Нету окон вообще, сколько ни ходил, везде идет большая одна помеха. Ну, не то, что помеха, а ну, постоянно идет влияние каких-то мелких целей на детектор. И отстроиться в этом месте нереально. Ставить отслеживание грунта, по-моему, не очень эффективно. Относительно чего он будет? Что, от чего он будет откачиваться? Он будет откачиваться от тех же самых железных предметов мелких, которые находятся в почве. Вот, и у меня вот стал вопрос, вот как в данной ситуации правильно откачаться. Вот посоветуйте мне реально. То все тесты на подушках делают, и не только на подушках. Все себя объявляют экспертами номер один. Ну, давайте, подскажите человеку. Я как бы копаю давно, но ситуации такие вот попалась. Я вот реально ходил по этому полю, искал чистое окно, где откачаться, его нету, просто нету, потому что там, видать, дома раскатаны, и все там постоянно, какая-то часть кровли, мелкие гвоздики, там все. Нам нужно первоначально вот эту откачку сделать. Ставить какие-то произвольные параметры этого грунта, идти куда-то в другое место. Можно уйти где-нибудь на километр в сторону, там почище, но там совсем другой грунт, совсем другая почва, она другого цвета, во-первых. Вот, копать в глубину, если, к примеру, копаем в глубину, да, выкапываем этот слой, ищем что-нибудь чистое. Там не получается, там дальше идет белый песок. Вот, как в лесу такой песок идет. И вот как действовать в данной ситуации, кто мне подскажет? Я пробовал, какие действия делал я? Я пробовал брать квадрат и попытаться его вычистить, ну, чтобы убрать мелкие предметы и откачаться вот от существующего. Но это, блядь, просто нереально. Я вот пытался это делать, но через 5 минут я бросал это занятие, потому что я типа шурфану его, да, начинаю там пином все это выгребать. Сука, оно не кончается. Оно не кончается, это все железо, эти мелкие гвозди, это все звенит. То есть я вроде как прочистил детектором, машу, он, блин, машет больше глубине. То есть где-то 70 сантиметров, это все. Можно, конечно, задаться целью, но у тебя уйдет час, наверное, на прочистку этого всего, и это как бы не вариант. Ну вот скажите мне, специалисты, любители, как действовать в данной ситуации. Исходим из того, что чистых окон нет, где можно откачаться. Давайте, советуйте свои варианты. Интересно будет обсудить эту тему, этот вопрос. Я думаю, многие с этим встречались, сталкивались. Я знаю, как в итоге действуют. Плюют на все и идут, копают, как есть уже. Ставят там высокую скорость и идут, копают. Но без откачки грунта это не сильно эффективно. Вот. Как мы будем действовать в данной ситуации? Жду ваших ответов в комментах. Давайте обсудим. Вот вам реальная ситуация из жизни, которую надо решить, и давайте предлагайте свои варианты. Ну что, на этом я с вами прощаюсь. Жду ваших, с нетерпением жду ваших ответов.
потираю руки, может кто-то действительно даст отдельный совет, как действовать в данной ситуации. Все, всем пока. Выключаемся.